Подождите, я вам расскажу и покажу, как у нас делают асфальт в наших дворах. Центр города, как ТЭМ-2. Посмотрите, как они божественно сделали, постелили здесь асфальт. Идем дальше. Ничего не предвещало беды. Как откуда ни возьмись, появилась дырка, где стоят машины. Смотрим дальше, что тут у нас. Вот такой постелили асфальт. Вы посмотрите на эту прелесть. Так, едем дальше. Вы думаете, что это все? Нет, это далеко не все. Вот этот вот прекрасный, отличный постеленный асфальт, это только цветочки. Давайте посмотрим, как они закопали люк. Господи, я просто восхищаюсь. Серьезно, куда написать, чтобы им грамоту дали? То есть они вот так вот закопали люк. Но это еще не все. Вы посмотрите на вот это. Здесь все прекрасно. Здесь просто все прекрасно. Асфальт постелен. Господи, да такие технологии в Эмиратах еще даже не сделали, ребята. Но вы думаете, что это конец? Вы думаете, что это все? Нет. Это не все. Вы посмотрите дальше. Тут просто, ну, все прекрасно. То есть маленькие дырки мы штопать не будем. Зато заштопаем еще. Вы посмотрите, вот это просто прекрасно. Вот это просто вообще нечто. У меня вопрос. Вот сколько я живу в Казахстане с самого рождения? 27 лет. А у меня вопрос, а куда делись все деньги, которые они спускают на налоги? Вы посмотрите, как они прекрасно заштопали просто... Вы посмотрите, как это просто прекрасно. Люк просто 10 люков из 10. Ну, ребята, что тут еще можно сказать? Счастливо, ребята, вам оставаться. Да, попытайтесь не просто. А тут еще, кстати, мне нравятся ямы. Здесь ямы. Сразу видно, можно определить по кольцам, сколько яме лет. Вот этой яме три раза стелили асфальт. Ну, всего плохого.